Шестилетнего мальчика, выпавшего из окна третьего этажа, отправили в Москву вертолетом МЧС. Несчастье произошло в Дмитровске. Мальчик, проживающий в Москве, приехал туда к бабушке. В четверг, 1 августа, женщина вышла на улицу, оставив ребенка одного. Возвращаясь, она увидела, что окно на ее балконе открыто, и тут же заметила внука, лежащего на земле. Мальчик повредил обе руки и получил черепно-мозговую травму. В пятницу московские врачи после осмотра ребенка в детской областной больнице признали его транспортабельным, и в тот же день вертолет МЧС России вылетел из Орловского района в Москву. В настоящее время мальчик находится в тяжелом состоянии в московской клинической больнице номер 20.